Всем привет, с вами Сайвар, мы продолжаем бесконечное лето, мод под названием «Лагерь самоубийц». У нас уже появился третий день, мы сейчас посмотрим, что произойдет в третьем дне. Как мы знаем, во втором дне у нас умерла Славия. А умерла она как? Понятно, ее утопили. Но я просто, у меня такое соображение появилось. Если человек как-то самоубийство сделал, например, там, утопил себя, там, перерезал, там, что-то еще. И, наверное, в этом лагере будет происходить так же, как они и умерли в настоящем. Так что у нас Семен умрет того, что он себя порежет, может быть. Или его порежет. Ладно. Догадок много, но надо начинать. День третий, три, два. Непонятный сон, непонятные образы, размытые краски. Они темные, но до боли знакомые, словно я наблюдал их ежедневно, существовал в них. Постепенно образы начали принимать форму. Моя комната, находиться здесь крайне неприятно. Почему-то именно сейчас у меня появилось ужасное отвращение. Мне было противно все, где я сидел, где спал, беспорядок, вещи родителей. Внезапно за столом появилась фигура. Я не мог разглядеть ее, но точно знал, кто сидит неподвижно, перед монитор. Закон уже поздняя ночь, почему я не ложусь спать? Я подошел к компьютеру, мне решает докоснуться до мышки, словно мое второе «я» увидит меня. Я взглянул на экран и вновь поймал себя на мысли, что мне противно играть в Overwatch. На экране была игра, в которую я часто играл. Но даже, казалось бы, любимое занятие казалось мне бесполезным и противным. Теперь все изменилось. Я пишу что-то на бумаге. Еще секунды, и я вижу себя. Неужели я сделаю это? Я выгляжу так жалко, но при этом улыбаюсь, словно не в себе. Может быть, попытаться остановить себя? Может, стоит подождать? Если ты сделаешь это, то дороги назад уже не будет. Я никогда и не был этой дороги, ответил сам себе я. И произошло то, что произошло. Как это трогательно? Пытаешься отменить себя? Или может тебе противно того, как ты жил раньше? Никчемная жизнь, никчемная, никому не нужная. Ты был бесполезным, к тому же еще и слабаком. Голос эхо раздался в моей голове, я не мог сказать ни слова. И лишь раз за разом наблюдал за повторяющимися событиями моей прошлой жизни. Тебе противно то, что ты видишь? Скажи, что тебе противно твоя жизнь? Скажи, не противно ли тебе смотреть на себя эгоист? Эгоист, это что тебе пытается выбраться из болот, в которых загнал себя сам? Каждое слово боль в голове нарастала, словно сжимая черепную коробку изнутри. Так, что казалось, что она вот-вот взорвется. Заткнись, заткнись, заткнись! Внезапная ярость охватила мой разум. Боль, ярость, ненависть, отвращение. В глазах потемнело, и я словно лечу в неизвестность. Я резко вскочил с кровати и машина осмотрелся. Это всего лишь сон? Господи, такое чувство, будто я видел себя в реальности. Неужели я тогда пытался остановить себя? Внезапно стук прервал мои размышления. Спустя пару секунд в домик вошла Ольга Дмитриевна. Доброе утро. Вижу, ты проснулся. Как видите. Выдохнул я, показывая на себя пальцем. Вожата как-то улыбнулась, и только после этого я понял, что я стою перед ней в одних трусах. Ну ты просыпайся, а через 20 минут на линейку. Сегодня будет очень важная информация, так что без опозданий. Еще бы я бугаралась, вообще был без трусов, блин, это еще позор не будет. Ольга Дмитриевна еще раз улыбнулась и вышла из домика, оставив красного меня в гордом одиночестве. А, понятно. Хороший у него цвет трусов. После недолгих сборов я вышел из домика и в достаточно быстром темпе направился на площадь. Я остановился около домика Алисы, и в тот момент что-то щелкнуло в голове. Глядя в дверь, я никак не могу избавиться от такого стойкого ощущения, что я что-то забыл. Забыл что-то важное. Точно, мы ведь договорились с Алисой вчера, что по возможности будем везде вместе. Чтобы чё, блин? Да блин, на хорошую концовку нужно что? Правильно делать все
Хорошо, но блин, а какое из них все будет хорошее? Алиса договорились всегда быть вместе. А тут у нас не одна еще. У нас тут их еще. А, так у нас умерла, точно. Остается у нас четверо. Если, блин, будет так дальше продолжаться, то мы на седьмом дне и никому не останется живых, мы останемся одни. Против этого пионера, который я нафиг не хочу увидеть его. Ну, блин, чё, придется. Все-таки неправильно это договориться и не прийти. Тем более я не хочу оставаться в одиночестве. Я вспомню вчерашний вечер. Со мной было несколько другое, не, другими. Более открыто, что ли. Особенно мне грело душу нашей игры на гитаре. Музыка действительно обладает какой-то уникальной способностью объединять. Я протянул руку к двери и пытался заставить себя постучать в дверь. И мне подобные действия чужды. Думаю, это странно, но за все свои 20 с хвостиком лет я волнуюсь перед дверью девушки. К моему разочарованию ответа я не дождался. Судя по всему, Алиса уже ушла. Может быть, она подумала, что я не приду или просто забыла. А, подожди. Вот так. Я шел по тропинке, находясь где-то вне себя, вне окружающего меня мира, вне этого странного лагеря, который лишь с первого взгляда кажется милым и добрым. На самом деле это место страшное и непредсказуемое. Место, в котором ты можешь умереть прямо сейчас. Или можешь минут через две, в зависимости от того, в каком настроении будет этот пионер. Ведь он же здесь главный спортивный судья. Страх и ужас совенок, блин. Сия, блин. Ох, блин, чертов. Если бы я сказал это вслух, то звучал бы это с сарказмом. После того, что он сделал со Славой, я перестал бояться чего-то. Я понимаю, что здесь это бесполезно. Это была ненависть. Только вот за что его ненавидеть? Если подумать, то он прав, и прав во многом. Может быть, винить его за то, что он послал меня сюда? Да, было бы проще просто умереть. Не нужно мучить себя, не нужно искать выход. Однако пребывание здесь – это все-таки шанс выбраться, шанс исправить свою жизнь хоть немного. Просто показать свете, что ее брат не сломался. Хотя, кого я обманываю? Все, что происходит сейчас, то, где я нахожусь, все это как раз моя вина. Не нужно обманывать себя. Я медленно шел по дорожке. Вдали уже слышались голоса пионеров. Похоже, вот-вот начнется линейка. Но что-то останавливало меня ускорить шаг. Даже если я опоздаю, я не пущу ничего важного для себя. Не скажешь же сегодня, что когда конец смены или, к примеру, что сегодня будет невероятно важное мероприятие, на котором мне совершенно параллельно. А распорядок дня я все равно уже выучил и не соблюдаю. Лиса? Семен? Знакомый голос. Разве что сегодня он был не таким, как раньше. Звуки резкого бега усилились, и из-за кустов вынырла Алиса. Она бежала на меня и, кажется, забыла, что я не призрак и сквозь меня не пробежишь. Я вытянул руки перед собой. Такой, стой! На ногах я устоял, слава богу. А легкая... Подождите. На ногах я устоял, слава богу. А легкая пионерка теперь уже висела на моих плечах. Смеясь, не хуже Ульянки. Прости, не рассчитала скорость. Ты осторожнее, убьешь весь меня. Улыбнулся я и поставил девушку на место. Глядя на ее улыбку и горящие глаза, с трудом можно узнать в ней спокойную, грустно, вечно одинокую девочку, с которой мне доводилось общаться за последние 2 дня. Хотя, если подумать, если бы я прошлый увидел себя нынешнего и бы сказал нечто похожее на «Это что, я?» Все-таки, когда рядом с собой есть кто-то, это куда лучше, чем когда никого нет. Вижу, ты после вчерашнего отлично себя чувствуешь. Тогда так, словно мы пили вчера, а не на гитарах играли. На мой вопрос Алиса ничего не ответила, лишь слегка улыбнулась. Кажется, я сморозил глупость. Ты умеешь что-то глупость говорить? Промочить голову на себя. После нескольких минут мы были на месте. Тот факт, что я опять пришел последний, меня ничуть не удивил. За 2 дня пребывания здесь я ни разу не пришел куда-нибудь первым или хотя бы в середине. И они расстроенными рядами стоят по отрядам. Все были безумно сонными, словно ночью происходило что-то безумно интересное, которое я, конечно, проспал. Мы перегнулись с Алисой и тоже встали в строй.
Ольга Дмитриевна появилась в центре площади внезапно. Доброе утро, пионеры. Сегодня нас ждет очень необычный день, так как сегодня, в первой половине дня, у нас свободное время. И вы хотите сказать, я потратил все силы, чтобы встать, прийти на линейку и услышать вот это? Да вы не... Боже мой. После этих слов толпа приободрилась. А после ужина мы отправляемся с вами в поход. Причем на этом сезоне старший отряд пойдет в поход с ночевой. Мы пройдем с вами замечательный вечер под звездами и поспим в палатках, которые вы поставите сами для себя. Остальные отряды идут как обычно, с обеда до вечера. Ух ты! Поход на ночевку. Это мне... Вот я бы с удовольствием бы там побыл. Теперь в толпе уже раздавались обиженные возгласы, ну а наш малочисленный отряд отнесся к этой новости весьма холодно. Разве что Мику. Кажется, он уже начал думать о чем-то, так как на лице появилась улыбка. Лицо стало таким приятно задумчивым. Что ж, а на этом у меня все хорошего дня и до встречи вечером. В этот же момент Горн позвал весь лагерь на завтрак, и голодные пионеры направились в сторону столовой. Мы с Алисой не стали исключением. Однако... Ульянка! Слегка строгим голосом прикрикнул я. Тика сюда! Что случилось? Ну, сейчас узнаем. Что надо? Слегка наигранно, по-детски улыбнулась красноволосая Шалуни. Что с рукой? Я показал на белый бинт на правой руке. А, это упала недавно, когда в футбол играла. Не сильно? Взволнованно произнесла Алиса. Да не, там только несколько ссадин. Но я решил перевязать. Ульяна вела себя несколько странно. Она улыбалась, как обычно, но голос его был другим. Причем весьма наигранно, что уже давало повод насторожиться и задуматься. «Тебе все хорошо?» С легким недоверием произнес я. «Конечно!» Все так же улыбаясь, ответила Ульяна и убежала куда-то вперед. «Не нравится мне это». Когда мы вошли в столовую, она была уже битком. «Почему я не удивлен?» Я встал в очередь, а Алиса отправилась на поиск свободного, или не очень, столика. Я впервые смог сесть за свободный столик, за которым никого не было, кроме меня и Алисы. Кажется, мне сегодня определенно везет. Я отдал Алисе порцию и принялся поглощать свою кашу с чаем. Ой, Алиса, Сёма, вам можно? Места не осталось совсем. Даже не понимая головы вверх, я уж прекрасно знал, кто это. Конечно, садись. Полным ртом пробуднил я, показывал ложкой на свободный стол. Мику скромно сел, и теперь наш стол находился в гробовом молчании, прерываемое время от времени стуком ложек об тарелки. Семён, ты не забыл про гитару? Молчание прервало Мику. Не забыл, как раз хотел принести тебе после завтрака. Я подобрал несколько мелодий для тебя, правда, лирики я почти не нашла, но мне кажется, что тебе нужно попробовать играть что-нибудь активное. У тебя все игры рисковать, и тебе прекрасно подойдут быстрые мелодии. А мне кажется, он и с лирикой неплохо справляется. В разговор скромно мешалась Алиса. Мы играли вчера, и его песня была как раз лирической. Как и у тебя, добавил я. Кстати, я бы тоже посоветовал тебе попробовать что-нибудь новое и тоже быстрое. Особенно с тем, как ты играешь. Точно, давайте в походе с вечером сыграем что-нибудь вместе. Я уверен, что вам понравится. Да играть втроем это почти группа. Другие увидят, как это круто, и придут к нам в клуб. Кажется, ты просто хочешь заманить к себе больше людей. Вот почему-то что за улыбка у меня была. С притворным недоверием произнес я. СС на Мику. Нет, конечно, я ведь хочу просто сыграть. Но и людей в кружок тоже хочу. Мне ведь веселее, но все-таки хочу поиграть. Мику вновь облила меня водопадом слов. Она говорила очень и очень быстро, съедая слова. Судя по ее лицу, моя фраза ее смутила. Эх, не понимаю девушки шуток. Мы поняли, Мику. Успокойся. Все так же скромно, словно боясь пугнуть, сказала Алиса, положив руку на плечо нашей смущенной музыкантши. Ну так что, сыграем сегодняшний бой? Я не против, пора играть при всех. Это не так страшно, так кажется. Тем более ты будешь не одна. Не одна? Ну тогда, думаю, я в деле. Ура! Че ты так тихо так сказал? Так, подожди. Ура! А ты, Сёма? Думаю, я тоже в деле. Затея была неплохой, да играть на гитаре на природе у костра. Думаю, это еще лучше, чем играть вечером на сцене. Плюс это неплохая возможность в очередной раз попрактиковаться в игре на гитаре.
радости Мику не было предела. От такой искренней радости я и сам невольно улыбнулся, а следом улыбнулся Алиса. Посмотрев друг на друга, мы тихонечко захихали, словно в наших головах одновременно возникла одна и та же идея по захвату мира в виде палаточного городка с отрядом пионеров. Мы закончили завтрак и вышли из столовой. Только сейчас я понял, что с этими людьми я становлюсь другим. Становлюсь счастливым. Я был безумно рад, что вернулся в это место. Вся эта атмосфера, чувство прекрасного. Только сейчас я понял, что здесь намного прохладнее, чем на улице. Но придет еще больше уникальность в этому месту, в котором можно творить музыку. Здесь так тихо, и даже наше дыхание уже дается своеобразным эхом и возвращается назад. Мое внутреннее «я» было готово вырваться наружу и просто радостно бегать, размахивая руками, как маленький ребенок, среди огромного мягкого лабиринта в местном торговом центре. Но мое реальное «я», написанное мне на лице, выдавало лишь безмятежность и просто наслаждение самой атмосферной этого места. «А вы чувствуете? Проходите, не стесняйтесь!» Ник указал нам на стулья и метнулся в другую комнату. Никогда не играл с кем-то вместе. Я тоже не играл. Но что-то мне подсказывает, что мы не уйдем отсюда, пока не научимся. Улыбнулся Алиса и села на стол. Ага. Так. Немножко извиняюсь. Ладно, послышался резкий грохот. Кажется, Мику здорово перевернула что-то в своей каморке. «Ты там жива?» — усмешкой спросил я и рванул на помощь. Ну, не хотелось бы мне, чтобы Мику умерла смертью храбрых, погребенная под горой музыкальных инструментов, и что там у меня там бахнуло. Красную Мику выползла, буквально в смысле этого слова, из комнатки, а следом вытащила две гитары. Так, куда она так засунула, блин? Засунула, упала, бах! Ты чё она там... А ну, вряд ли. Как же их далеко положили? Ты ничего не сломала? Тебе-то? Да нет, вроде цела. А если ты про комнатку, то там ничего такого нет. Кажется, на меня свалилась коробка и низко папок с сунутыми тетрадами. А еще там пыль такая, что дышать вообще невозможно. Но я рада, что эти две старушки уцелели. Пару ящиков? Тетрадные ноты? Да сколько там вообще там было вообще? Мика вручил нам гитары. В общем, Сима, я обещал тебе посмотреть лирику. Я сам играю на гитаре, ну, ненавижу просто еще. Речь Мику наконец стала такой, нормальной. Она говорила совершенно обычно, привычном и комфортном темпе. Честно говоря, я думала, что у меня будет больше песен, но в итоге я нашла всего несколько. Ну, еще я пояс... А, это так Мику продолжает. Ну ладно. Но еще я поискал активно. И тоже это покажу. Окей. Ладно. Ну тут кажется все знают, что за музыка, я вообще нет, если честно. А, уже. Мику начал играть. Этот мотив был знаком, но слов я не помню. Кажется, это было в каком-то советском фильме. Из головы уже давно стерлись персонажи этого фильма. Стерся сюжет, осталось лишь представление о том, что было там. Однажды говорил, что музыкой можно рассказать историю, можно сказать слушателю то, что даже словами невозможно выразить. Невозможно передать. И эта песня была как раз одной из таких. Почему-то я представил Свету. Вспомнил нашу последнюю встречу, ее слова. Как она улыбалась, словно прощаясь со мной, словно говоря спасибо за все. А я даже не понял этого. Дурак. Я посмотрел на Лису. Она смотрела в одну точку, взгляд ее был пуст. Словно она находится вне этого места. Но губы медленно шевелились в такт песни. Кажется, она знает ее. И не стал читать по углам. Пусть эта песня останется такой, какой я ее представляю. Грустный, я бы даже сказал, прощальный. Но при этом в ней проплывают нотки надежды,
и даже какой-то радости. Словно кто-то уходит, но при этом оставляет память о себе. Он не жалеет ни о чем, но ему нужно уйти. Или, может быть, он хочет этого самого, сам. Ну, это понятно. Я даже не заметил, как Мику перестала играть. Она смотрела на нас и наслаждалась произведенным впечатлением. Эта песня из одного фильма, и я смотрела как-то раз, не помню почему, но меня она тронула, и я выучил ее для гитары. А вот эта мелодия просто мелодия. Вот эта мелодия просто мелодия? Вторая мелодия была в таких же грустных тонах. Она тоже что-то говорила, но теперь это уже была не история. Это было нечто похожее на чувство. То, что чувствует Мику. Она делится этим с нами. Или, может быть, она просто передает чувство этой песни. Хотя нельзя сыграть песню просто так, не погружаясь в нее, не понимая ее смысла. А раз она передает смысл, значит в ее жизни тоже было что-то печальное. Не думаю, что она такая же, как и мы с Алисой. В своей жизнерадостью она похожа больше на Ульяну и окружающих пионеров. Просто детей, что приехали в лагерь отдохнуть. В отличие от меня, Алисы и Славы, о которой уже все забыли. Хотя всех из нас было что-то плохое в жизни. Будь ты обычным ребенком или запрограммированной куклой, ты все равно хоть однажды испытывал такие чувства, как страх, боль, отчаяние, разочарование. От них никуда не спрятаться. Увы. Быть может и у Мику были эти моменты. Об этом можно все что угодно сказать. Кто-то, может быть, тоже вспомнил. Может, кто-то тихонько плачет под этим видео. А я там задумался об том, что там было написано. Если слушать мою музыку, то моя музыка означает сразу же несколько вещей. Это надежда, грусть, печаль, ярость. Там что-то еще есть, но я не могу это говорить. Ладно, продолжим. После этой мелодии Мику сыграл еще несколько мелодий. Но они не были такими же чувственными, как те, что были ранее. Но с каждой песней я все больше и больше восхищался Мику. Я никогда не думал, что гитара может звучать так. Я проникся музыкой и теми историями, что рассказывали мне ноты. Я вновь вспомнил свою жизнь. Да, я был вправе не любить ее. Да, моя жизнь была несправедлива ко мне. Несправедливо к свете. Да, я вправе ненавидеть. Но эта ненависть довела меня до всего этого. Однако в какой-то степени я даже благодарен этому месту. Я наконец увидел жизнь с другой. Странные и страшные моменты сменяются чем-то хорошим и приятным. Словно полоски на спине зебры, черные и белые. Ну и в этом лагере полоски наконец начали чередоваться. Кажется, сейчас началась белая полоска. Что-то вы совсем духом пали. Я погляжу. Мику улыбнулась. Она вообще была единственной из нас в хорошем настроении. Мы с Алисой были весьма подавленными. Так, а теперь я предлагаю перейти от лирики к чему-нибудь веселому. Давай. После десятка прослушанных мелодий мы наконец решили единогласно, какую песню мы будем играть в походе. А какую? Репетировали мы долго. Хотя время летело для нас незаметно. Пока мы репетировали, я совершенно забыл о том, кто я и где нахожусь. Мы просто веселились, отдаваясь музыке целиком и полностью. Да, и музыка, которую мы репетировали, совершенно отличалась от той, что мы с Алисой привыкли играть. Жизнерадостная и веселая. Она тоже что-то рассказывала.
Только что? Для каждого этого будет явно свой рассказ. А я буду рассказывать о музыке и о двух девчонках, с которыми я научился немного большему, чем просто игра на гитаре. Кажется, мы пропустили обед. Однако теперь мы играли просто отлично. А еще я устал так, словно мы не в гитарах играли, а как минимум таскали мешки с чем-нибудь с одного конца лагеря в другой. Ребята, вы такие молодцы. Вы даже не представляете, так хорошо играете. И почему вы с Сашей мне, ко мне кружок не пришли, а? Мы бы уже с вами столько всего интересного выучили. Хоть концерт устраивай. Мы же сегодня выступим. Улыбнулся я, отдавая гитару хозяйке. Это тебе спасибо за прекрасное времяпровождение. Честно, я никогда не испытывал такого удовольствия от игры. Я предлагаю пойти немного отдохнуть от игры, чтобы вечером не уснуть. Как насчет того, чтобы сходить на пляж? Сегодня отличная погода, самое то, чтобы искупаться. Неплохая идея, только я, пожалуй, в воду не полезу. Не полезешь, затащим. А уж соглашайся, лучше полезь в воду, и не надо. Не терроризируй их, они это смогут. Алиса улыбнулась, в ее улыбке читалась угроза, насмешка и даже забота. Кажется, мне не отвертеться. А ты, Мику, пойдешь? Нет, мне еще убраться надо в кладовке, которую я разворотила, и собрать гитары и запасные струны на вечер. Так что вы без меня идите, но спасибо за приглашение. Может быть, помощь нужна? Нет-нет-нет, я сама тут. Дружок же мой, как-никак. Так и отдуваться мне. А вы идите, отдыхайте. Я ведь привыкла уже. А вот вы и уснуть не уроком сможете. А эту песню в одиночку играть достаточно плоско, сами знаете. Мы еще раз поблагодарили Мику за такой интересный урок игры на гитаре и вышли из музыкального кружка. Алиса побежала в домик, чтобы переодеться, а я медленным шагом побрел в сторону пляжа. Пляж, как и всегда, был красив. Тихий плеск воды, небольшие волны, нагоняемые ветром. Такой вид вновь окунул меня в пучину размышлений. Каждый день волнения судьбы я прохожу на этом месте. Думаю, это неспроста. Не, я вообще не знаю, что там, что должно было написано, но я просто пропущу. Никогда не видел закатов и просто солнечный день на озере. Так уж получилось, что в моем городе не было водоемов. Да, не видел это все на картинках. Но ведь картинка — это ведь что-то неживое. То, что можно увидеть, но нельзя почувствовать, нельзя услышать, нельзя прикоснуться и ощутить прохладу. Фотография — это лишь миг, вечно запечатленный на листке бумаги. И ведь фотографии не всегда бывают приятными, не всегда те моменты доставляют радость. Порой мы рвем фотографии, пытаемся быть о чем-то. Сжигаем клочки бумаги раз и навсегда. А сейчас это все реально. И это нельзя порвать в клочья, забыть это или изменить что-то, подогнать цвета в фотошопе. И ведь я все еще не понимаю, где я нахожусь, где все это происходит. Может быть, это всего лишь плод моего воображения. Предсмертная галлюцинация. Может быть, все эти два с лишним дня всего лишь миг для моего сознания. Что ж, тогда, думаю, этот миг будет одним из самых приятных в моей жизни. На самом деле, он в чистилище. Куда его всего отправили? Пусть и здесь я успел повидать многое, но сейчас я просто благодарен этому месту за то, что я смог увидеть то, что не мог видеть. Или просто не замечал раньше. Как бы то ни было, я действительно рано ушел. Просто рано. Ведь я столько мог увидеть, столько узнать, а в итоге я, может быть, вижу все это в последний раз. Я даже не уверен в реальности происходящего. Какой же он, этот выход? Я подошел к воде и пальцем прикоснулся к ее зеркальной поверхности. С другой стороны, воды на меня смотрело мое отражение. И глядя в собственные глаза, я понимал, что в них отражается горечь. Может быть, это горечь утраты, может быть, это горечь от собственной жизни, которую я бездарно прожил и потерял по собственной глупости. Может быть. Я просто стоял, смотрел в одну точку, думал о чем-то, размышлял, не замечая ничего вокруг себя. Тимеон, ты живой? Тебя пришел только тогда, когда Ульяна, которую я в упор не замечал, потрясал меня за руку. Ой,
И ты здесь. Я думал, ты на спортивной площадке. Не всегда же мне так там пропадать. Иногда я сюда хожу, прохожу. Вот здесь чувствуется свобода, и на пляже всегда тихо. Свобода, говоришь? В других местах ее нет? Может быть, роль старшего брата мне дала не некий опыт в общем с детьми? Но я не мог отойти от мысли, что с Ульяной что-то не так. Вечный всего ребенок внезапно хочет тишины и свободы. Это не есть хорошо. Надеюсь, это моя паранойя, и ничего такого не случится. Знаешь, тишина не самый лучший собеседник. Точнее, наоборот, мысли не самые хорошие проявляются. Кажется, что ты одинок и никому не нужен. Просто я устал от шума. Вот и все. Все вокруг шумят, шумят, а я не хочу. Поругалась с друзьями? Я с ними не ругалась. Просто они сами. Сами что? А вот то. Просто сами поругались. Вот и все. Такое бывает. Все мы когда-нибудь ругаемся. Не переживай. Да лучше попробуем. Думаю, лучше отвлечь ее от всей этой ситуации. Может быть, и прям зря так переживаю. Просто так плавать неинтересно. Давай тогда будем плавать, как животные. Ульяна кивнула и побежала в воду. А я же начал потихоньку стягивать себе форму. Вот что-что, а в обычных трусах я еще не купался никогда. Пальцы ног коснулись прохладной водной глади. Это было невероятно приятно, и в то же время я хотел погрузиться в воду как можно скорее. Нет, не из-за того, что там Ульяна, а просто так. Я хочу наконец почувствовать воду не только глазами, но и всем телом. Погрузиться в прохладную пучину, услышать звук воды в ушах и просто расслабиться. Думаю, в воде так же прекрасно, как и на берегу. Я плюхнулся в воду, как рыбка, сорвавшаяся с удочки. А как мы будем плавать? Будем плавать как животные. Я перенес на живот и поплыл по собачьи. Если честно, я только так и умел плавать. Хотя я должен быть благодарен в школе хотя бы за то, что там научили плавать хоть так. Вот я плыву как собачка. А теперь плыви ты как-нибудь. Ульяна остановилась на секунду и очень странно поплыла на меня, размахивая руками и ногами в разные стороны, создавая при этом множество брызг. Это лягушка. Теперь твой ход. Так, у нас были и рыбки, и улитки, и кошечки. Я даже умудрился показать лебедя. Вот вы когда-нибудь видели тонущего лебедя, хватающего за буйок, чтобы не утонуть? Вот я не видел до этого дня. Ульяна помогла мне выровняться на воде, и я поплыл к берегу. Хватит с меня на сегодня животных заплывов. А тем временем с берега уже доносился веселый смех Алисы. Надеюсь, она не видит моего умирающего лебедя. Тебя я вижу, почему ты не хотел лезть в воду. Видела. Алиса продолжала искренне смеяться. Я впервые слышал ее смех. Однако она смеялась так, что я готов был слушать ее еще ближайший час. Рад, что смог развеселить тебя. Я улыбнулся. Вот же посмотри на эту плавунью. Сейчас у меня плава уж как кит или дельфин, но я под воду и выпрыгиваю из нее лишь на мгновение. И как она не устает? Теперь уже Алиса полезла в воду, а я просто наблюдал за ними. Две шалуни брызгались, смеялись, играли в догонялки на воде, а я просто наблюдал за ними. Однако на душе было так тепло, словно я смотрю на свою жену и ребенка, играющего в воде. Алиса стала за эти дни совершенно другое. Она уже спокойно разделилась с Ульяной, она смеялась, она наконец начала улыбаться. Кажется, что ей нужно было просто дать толчок, дать поверить в этот мир и поверить в себя. И она начала наконец раскрываться, становиться собой. Это не могло не радовать. Однако в Ульяне я все же вижу Свету, такую же маленькую и озорную, с моторчиком на спине, который вырабатывает бесконечную энергию. Как же больно было наблюдать за тем, как эта активная девочка просто угасает. Угасает в прямом смысле, но пытается делать вид, что она чувствует себя хорошо. Я вновь впал в пространство и просто смотрю куда-то вдаль. Мысли смешаясь воедино, я отдаваюсь приглушенному шуму воды и отдельным смехом девчонок. Спустя несколько минут уставшиеся и наигравшиеся девчонки наконец вышли из воды. Устала? Протянула Алиса, падая на песок. Так это не мы и не мудрено. Вы плавали как профессиональные пловцы на открытой воде. Кикикнул я и присел рядом. Вот видите, кого я поймала. Бедный рак. Довольно Ульяна плюхнулась на песок рядом с Алисой и продемонстрировала нам рак. Самый обычный рак. Небольшой и не маленький. Неплохой рачок. А то, я ведь его поймала. Ульянка начала играться с им как игрушкой, держа бедное животное за клешни. Может быть, ты его отпустишь?
Он же все-таки живой. Да ладно тебе, пусть немного поиграет. Давайте убьем его. Что, блин? Радостный возглас Лены вверг меня в шок. Убить? Убить. Потом он не будет двигаться, и я смогу спокойно поиграть. И ничего страшного не случится от смерти одного рачка. Я могу и еще одно поймать. Чего, блядь? Что? Какого фига? Убить? Да на чё, блядь? Не знаю, блядь. Но он... Это, подождите, блядь, у меня такого шока, мне сейчас просто непонятно, что за происходит. Убить? Я впервые слышал, то я такое слово убить. Это какой-то, блин, ужас. Но он ведь живой, пуль. Он такой же живой, как и я, и Алиса, например. Хотя нет, он все-таки явно живее нас. Да и за что его убивать? Он ведь никому ничего не сделал. А какая разница? Он ведь все равно умрет. Не сегодня, так завтра. Так что никакой разницы. Ну ведь живой, такой же живой, как и ты. И что? Что станет от того, что я умру, к примеру? Мир не изменится, земля с ног на голову не перевернется. Хочешь сказать, ты не хочешь жить? Почему же? Жизнь — это же ведь хорошо и весело. Жаль, что мы не свободны, какие-то или бабочки. Одни плавают по безграничному океану, а другие летают там, где захотят. В это время Ульяна просто игралась, при этом улыбаясь, как ни в чем не бывало. Она явно не замечала наши с Алисой лиц. Мы оба были шокированы и в то же время испуганы. Особенно был испуган я. Как ребенок может так спокойно рассуждать о смерти? Как его вообще в голову забрело такое? Как ребенок может так говорить о жизни? И почему он улыбается так, словно все эти разговоры просто повседневная тема? Совершенно обычно. Нет, Оль, это только так. Ну ладно, пусть это обижает, раз вы так хотите. Слегка обиженно протянула Ульяна и отпустила много страдального рачка, который сейчас находился на грани жизни и смерти. Блять, ну нафиг, блядь, если честно. Ульяна, Алиса, Семен, вот вы где. На пляж вышла Ольга Дмитриевна. Не убейте эту реакцию Алисы, но я уже не могу смотреть. Мы уже скоро отправляемся. Собирайте вещи, потом покупайтесь. Честно говоря, я даже был рад такому развитию событий. По крайней мере, эта сцена теперь надолго останется в моей голове. Ульяна быстро убежала с пляжа, а мы с Алисой нехотя шли по тропинке до наших домиков. Тебе не кажется, что она ведет себя странно? Не кажется. Да ты слышишь вообще, что она говорила? Неужели она хочет? Да нет, не может быть. Она же ребенок. В том-то и дело, что ребенок, Семен. Не страшно. Думаешь, мне не страшно? Чтобы то ни было, нам нужно приглядеться за ней. Я не хочу, чтобы случай со Сайпред повторился. Если я переживу еще одну смерть за неделю, я просто свихнусь. Мы распрощались у домиков Алисы и договорились встретиться уже на площади. Времени осталось не так много. Кажется, ну, а все-таки нужно собраться. Если время останется, можно будет заняться чем-нибудь. Хотя времени у меня еще очень много, если считать, что совсем недавно был завтрак. И почему в этом месте нет часов? Счастливые часов и не наблюдают. Я доставил рюкзак из-под кровати и быстро пожарил глазами по содержимому. Пожарил. В принципе, все это сгодится в походе. Кажется, что я положил дополнительные принадлежности для умывания. Этот самый дневник, что нашел вчера в библиотеке. И у тебя вчера даже не дочитал. Спасибо пионеру, появляющемуся из ниоткуда. Я так и не понял, что его так взбесило вчера. Но мне кажется, что автор этого дневника явно доставил этому парню множество проблем, так как реакция была, мягко говоря, буйная. Я достал дневник из рюкзака и открыл его на том месте, на котором остановился. Однако теперь там был другой текст. Я не могу так больше. Кажется, мне преследуют. Семья отходит за мной по пятам. В лагере осталось предположительно 2 или 3 живых человека. Уже 2 дня никто не пропадал. Но зато со мной начали происходить странные вещи. Вчера на меня чуть не упал шкаф в собственном домике.
Вечером меня что-то потянуло под воду и в озере. Сегодня ночью я слышу, как будто кто-то скребет мою дверь, а утром у входа в домик я нашел пару дохлых мышей. Я из домика, как... так как за его пределами я встречу смерть. Домика, смысл не подходящий. Сегодня ночью я пойду в лес. Кажется, там есть старый лагерь с каким-то бункером. Надеюсь, найду его и спрячусь там. Не знаю, откуда в этом месте бункер. Сначала я всуну вновь спрячу этот блокнот в библиотеке. Я хочу жить. Ага, в бункер. Значит, надо идти. Там будет подсказка. Еще несколько минут я сидел в полной пространстве, пытаясь осознать, что я прочитал только что. Внезапно меня охватил страх. Настоящий животный страх. Получается, Слая была не случайно. Значит, он убил ее. И не верил в это до последнего, но все рухнуло в один момент. А что теперь делать мне? Бежать? Искать этот бункер? Искать ответы на вопросы? Ну где я у кого? А если я сбегу отсюда? То где гарантия, что я выживу? Однако я понял для себя одну вещь. Если тебе скоро умирать, то ты поймешь это. А пока лучше не сопротивляться. Опять ты! Сквозь зубы выдавил я. Что тебе нужно от меня? Пришел напомнить о своем существовании? Ну почему же? Просто пришел проведать тебя, посмотреть, как твои дела. Я же волнуюсь за тебя. Притворный тон протянул он, и он начал медленно расхаживаться по комнате. Кто, нравится тебе читать эти каракули? Видел бы ты его, этого глупца. Покончишь с собой не как нормальные люди, а забрал с собой еще троих. А знаешь как? Он просто выехал на встречу на загородном трассе, и бах! Целая семья не успела даже чиркнуть. Это гада спасали еще несколько дней. Да почему он попал сюда? Почему? Сюда попадают не все. Душа должна осознать свою ошибку хотя бы за секунду до смерти, или у человека будет действительно серьезная причина, как у тебя, к примеру. Он уже в реанимации осознал, что жизнь-то, оказывается, не такая плоха. Ведь он выжил, это же судьба. Однако судьба привела его сюда. И мы начали игру. Я сделал последние дни здесь феерически, особенно его конец. Ты хочешь верить, убийца? А чем ты отличаешься от этого убийца? У тебя руки такие, так же по локоть в крови. Я не убийца, не судья. Разве достоин жизни человек, поднявший ради себя ни одной жизни? Разве маленькая девочка была виновата в чем-то? Она умерла, как и твоя сестра. Что бы ты сделал, если бы тебе сказали, что твою сестру можно было спасти? Они просто не хотели лечить. Они убивали медленно и мучительно. Она болела. Они могли спасти ее. Что ты хочешь этим сказать? Ничего. Лишь то, что ты слишком наивен. Настолько наивен, что готов верить первому на попавшемся листку. Пионер злобно улыбнулся и сделал мой рюкзак. Вижу, вы сегодня идете в поход. Такое замечательное событие. Но лишь один не вернется сегодня. А вот кто? Решать тебе. Игра начнется в 4:20. Уж ты налево пошел, ты в Ладно. Я не сыграем мы с тобой в это чертову игру, блин. Вы хотите сказать, что из этих четырех, которые у нас осталось, Лена, Ульяна, Алиса. А, ОД! Точно! Нет, ОД не считается, она вообще как программа может считать. Нас было пятеро, осталось четыре. Кто из них умрет? Фиг знает. Кого выбирать? Тоже фиг знает. Все должны жить. Как? Не знаю. Реально, это уже какое-то психическое недостояние, блин. Ладно. На этом мы, пожалуйста, остановимся. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. С вами Слай Варин. Это Бесконечное лето. Вот под названием Лагерь самоубийств. Пионер.